Приветище, это Planet Crafter, и мы продолжаем. Я тут, короче, немножечко один поиграл, без тебя, совсем чуточку, я тебе сейчас покажу, что я здесь сделал. Ну, во-первых, смотри, я расширил лабораторию, достроил сюда дополнительные секции, вот такие вот, вот большой жилой отсек приспандорил, и туда втолкал, ба-бам, смотри. Рабочий компьютерный стол. Жалко, конечно, что компьютер сюда нельзя воткнуть. Ну и перенес сюда тепловые установки, которые греют планету. Ну не только планету. Значит, потом построил вот такую вот лесенку, потому что в комментариях писали, что за водопадом песчаным. Ну, как бы было обновление, и там добавили новую территорию за водопадом песчаным. Вот мы это сегодня с тобой проверим обязательно. Ну и, конечно же, я еще тебе покажу золотой сундук, о котором тоже писали в комментариях, что он где-то здесь. И я буквально думаю, ну дай-ка я построю лесенку туда наверх, вот от ракетной площадки. И такой бегу, вот так вот бегу, и смотрю сундук, думаю, о, нифига себе, вот тут мне фартануло. А это именно тот сундук, о котором мне писали, золотой. И здесь у нас тоже есть статуэтка. Золотая статуэтка в виде антенны. Здесь и иридиевый, и урановый стержень, и еще и суперсплав. Сейчас мы это еще все разберем, и будет нам счастье. Нет, это надо разобрать. Давай разбирай. Оу-е, алюминий и суперсплав. Ништяк. Территория здесь огроменная. Ты посмотри, туда вглубь уходишь. Просто там капец, там еще корабль какой-то разбитый. В общем, тут еще пещеры есть. Ну, я так чуть-чуть поглянул. Поглянул, да. Поглядел, что здесь есть. И как бы офигел. Вот, мы обязательно сюда с тобой вернемся. Нам нужно просто старые биомы с тобой еще все посмотреть. У нас вон один остался. Это алюминиевый биом. Вот. И мы сейчас туда сходим с тобой вместе. А, еще стой, я тебе должен показать кое-что. Но прежде чем я это покажу, это все равно в сторону биома идти. Нам нужно будет с тобой построить биокупол Т2. Для этого нам понадобятся образцы бактерий, а это водоросли. Вот насчет водорослей я тебе и хотел сказать. Они у нас теперь есть. Но прежде чем это все осуществить, нам нужно разобрать вот эти ядерные реакторы Т1 и построить наконец-то Т2. Взрывчатый порошок, правда, нужен. Ой, что происходит? Не надо. Взрывчатый порошок. Единственное, я не помню, я его наделал или нет. Сера у меня кончилась. У меня она кончилась. Статуэтку сейчас наверх закинем с тобой и побежим, значит, за серой. Статуэтка. Теперь у меня их две. Вот такая вот статуэтка балдежная. Погнали, я тебе сейчас покажу. И заодно и за серой заскочим. Будет балдежно. А, нет, мы сейчас туда пойдем через другой путь. О, через пещеры. Крутые пещеры, которые я хотел тебе показать. И еще кое-что хотел показать. Но это уже новый биом считается. Это обновление. Обновление, которое вышло давно, но до меня оно дошло только сейчас. Короче, вот моя база. А вот тут вот, есть пещеры. Такие глубокие, мудреные пещеры. И тут очень красиво. Ты посмотри, какая красота. Ляпота. Интересно, а сера здесь есть, кстати? Возможно, она есть. Здесь кобальт, лед. И железо. Ну, в принципе, все минералы, все ресурсы, которые на поверхности. А вот серы, к сожалению, не... О, здесь еще проход есть. С кислородом у меня траблы. Жалко, кислород. О, сундук. Сундук. Ну-ка. Кислород. Кислород, дайте нам. Семена. Нет, семена. Это ничего интересного. Не буду ничего забирать. Вот сюда сейчас слетаем наверх, посмотрим, что у нас тут. У нас здесь какой-то выход. Выход куда-то. И вот именно этот выход я тебе хотел показать. Гляди сюда. Хо-хо-хо. Песчаное озеро. А там знаешь что? Пойдем я тебе покажу. Там капец что. Там вообще атас. Мы вот спускаемся в это песчаное озеро. Спускаемся. А тут огроменный метеоритище. Просто капец какой. Ты гляди. Вот, метеорит, короче. Тут внутри куча иридия. Этот метеорит перетащил иридий. Вот. Сундуков тут, к сожалению, нету. Вот еще иридий. Может быть и есть. Надо получше просто все это обыскать. Но нам сейчас не столь это важно. Мы сюда чуть позже еще тоже вернемся, чтобы все хорошенько осмотреть. Нам важно другое. У меня кончается кислород. Но у нас здесь недалеко есть жилой модуль. КППшечка, которую я сделал. Дело в том, что вот эта часть песчаного озера находится рядом вон с тем, блин, я походу не долечу, я сейчас сдохну, вон с тем кораблем, где мы нашли первый золотой сундук. Ну давай же, шевели своими реактивными ранцами. Ну капец, внимание, низкий уровень кислорода, а то я не знал. Вон он, я уже вижу, я вижу уже жилой очаг свой, вижу.
Вижу, я бегу, 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 бегу. Сквозь все. Ой, потемнело как. Темно, страшно, капец. Есть, я справился. Оу, да. Ништяк. Можно даже в эту честь отметить, что я гриб? Грибом, да, гриб. Все, кислород набрали, бежим. Как хорошо, что я КППшки насрал. Короче, смотри. Видишь вот это? Это водоросли. Они не просто так появились. Я построил вот такие вот штуки, сейчас тебе покажу. Вот такие вот штуки, называется генератор водорослей. На них нужны баклажаны. Ну, короче, поставил их здесь. Воду желательно не падать, иначе мы с тобой потом не взлетим на Reactive Runs. И вот они, водоросли растут. У меня здесь два генератора водорослей. Давай спустимся под воду. Вот они. Вот так вот мы их собираем здесь. Очень прикольно. Мы с тобой обязательно еще водоросли понаделаем, если нам нужно будет. Вот, наверное, хватит. Да, они сразу в пробирке собираются. Вот что прикольно. Ну что ж, вроде бы все тебе показал начальное. И бежим с тобой, значит, в алюминиевый биом. Насчет золотых сундуков. Мне говорили, что возле разбитого спутника, именно спутника, в котором мы ковырялись, там есть... О, тут и вода и сюда добралась. Нифига себе. Там есть золотой сундук. Ну, что-то мне как-то в это слабо верится, что там он есть. Я вроде там все облетал, может, плохо облетал. Ну, короче, мы вот возле алюминиевого биома. Я здесь много всего находил. По-моему, тут даже был корабль. Вот он, этот корабль. Мы чертежи забираем, потому что в комментариях сказали, что бери все чертежи, будет выходить обновление, будут новые всякие чертежные инструменты. Через эти чертежи получать сможешь. Ой, да. Тут ничего, в принципе, не поменялось в демке. Уран заберем, конечно же. Алюминий и так уже вагон. Еще. О, жрачка. Хорошо. Ткань возьмем. Уран, иридий. Блин, и вот у меня уже сумки забитые. Как обычно. Как всегда. Биомчик этот маленький, он не такой уж и большой по сравнению с другими. Вон туда еще надо сходить. О, еще один биом. Смотри, штыри какие. Блин. Все, вроде бы алюминиевый биомчик. Я здесь все прошел. Быстренько так, относительно. Вроде да. Тут только вот этот корабль был. Ну и зачем мы сюда вернемся, не страшно. Штырьки и штырьки. Так, нам нужно будет сейчас здесь тогда сделать жилой отсек. Железо нужно. Титан возьмем. Железо, железо, железо. А есть тут железо, а нету железа. Почему же ты, железо, так поступаешь со мной? Вот оно, железо. А нет, это кремний. Железо, отдайте мне железо. Пожалуйста, вот оно, железо. Ого, ого, тут какой-то корабль. Так, значит, строим жилой отсек. Быстренько, быстренько. Вот сюда его бабахаем. И дверки, железо еще надо. Не вопрос, где-то здесь железо видел. Кремний, нафиг мне кремний, титан. Железо вот. Все, 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 все. Еще попить надо. А попить-то, блинский. А попить-то у меня нифига и нету, по-моему. А нет, есть, фух, бутылка воды. И жрачку мы сейчас только что насобираем. Ой, еще второй пакет не вбахал в свой жирный живот, который так уже был наполнен. Все, чудно. О, это там еще куча. Нифига себе, вот этот биом штырей. Вот это да. А сюда можно как-то пройти и зайти? Нет. А вот это можно разобрать? Нет. Вроде бы просто железный кусок. Через верх тоже никак. Через низ тоже никак. Кстати, я же пытался бункер свой сделать под землей сам. Но не выходит, не получается. Чего? Разобрать панель Т2? Кобальта, кобальта. Ну, допустим. Ясно. Здесь, короче, куча же... Это, знаешь, типа был грузовой какой-то корабль. Он перевозил солнечные панели, ну и другие уже готовые... Чего, инвентарь заполнен? Я просто открыть хочу. Вот стержень я возьму. Готовые уже собранные оборудование. Собранное оборудование он привозил. Как, например, солнечные панели. Еду не хочу, здесь все скучно. Здесь тоже все скучно. Ну а почему так все скучно? О, вот здесь уж что-то интересненькое, наверное. Вон там вот есть сундучело. Сундучело, что в тебе? Ага. Ну, допустим, я кремний выкину, вот это возьму. Лучше бы вода попалась. У меня с водой немножечко сложности. Ладно. А на штырь можно взлететь и свысока на все это посмотреть? Конечно, можно. Конечно, можно. Вон там вот что-то... А нет, там ничего нету. Короче, что я тебе хочу сказать? Этот биом, куда он вообще выходит? Он проходной какой-то, сквозной тоже небольшой, как алюминиевый биом.
Он выходит... Куда он выходит? А, озеро. Так вон, озеро. И вон там вот у меня водоросли растут. Все понятно. Теперь ясно. Получается, я шел за алюминиевым биомом, открыл еще два биома. То есть алюминиевый, вот этот штыревой. Ну, прикольно. А это что такое? Пещера? Здесь пещера есть. Пойдем заскочим. Заскочим в пещерку. Я ж серу ищу вообще. Мне сера нужна. Тут есть сера? Сера? Есть сера, пожалуйста. Че выкинем? Эх, че выкинем с тобой? Че выкинем? Опять кислорода не хватает. Кремний. Значит, пошел нафиг с моего рюкзака. Пошел нафиг, пошел. Железо. Вот это же все нафиг, нафиг, нафиг. Сера. В большом количестве. Ну, по крайней мере, сколько влезет в мой рюкзак. И у меня опять проблемы с кислородом. Так, сейчас мы быстренько... Проблемы с кислородом? Тогда вам нужен маленький жилой модуль. Как у меня. Фух. Снова здесь. Снова в этой пещерке. Собираем с тобой серу. Ну и, конечно, смотрим, что в сундуках. В сундуках... О, суперсплав. Суперсплав мы обменяем. Ладно, алюминий сюда. Можно было жрачку, в принципе, оставить. Или сожрать ее. Здесь еще есть лед, который не весь потаял. Блин, столько серы. А вот это что такое? Иридий такой? Да, это иридий. Серы бы побольше, конечно. Бы побольше бы серы. Чего выкинуть? Золотое семя 600. Нет, золотое семя я не выкину. Вот это выкинем. Давай еще. Сера. Блин, какая интересная пещера. А это куда выход? Куда это выход? А-а-а. Мы здесь были. Мы здесь были. Понятно. Мы здесь тюремщика нашли, который тоже пытался выживать в этом биоме. Какая чудесная, здоровенная пещерка. С огромным количеством серы. Ну все, вроде бы пещерку всю эту облетел, посмотрел. Ничего тут такого интересного нету. Там выход, мы выходили. Очень много... Как он называется правильно? Правильно. Осми, а не омни. А то я бы сейчас сказал, как они сейчас... Не так. Осми я очень много. Все, получается... За серой мы сходили, все биомы здесь облетели. И старые, и новые. Можно еще до спутника долететь, на всякий случай там все обшарить. Мало ли, вдруг я реально там золотой сундук пропустил. Значит, вот он наш замечательный спутник. И здесь надо хорошенечко вокруг повертеться. По-моему, даже говорили, что золотой сундук в каком-то... А, так да, он в этом... Он в каньоне. Он рядом где-то в другом каньоне. И, скорее всего, это тот каньон, который был... залит льдом. Пойдем посмотрим. У нас тепло знатно так поднялось. Возможно, эта пещера у нас и растаяла. Точняк. Вот эта вот пещерка должна была быть. Да не, нифига она. О, какая она мощная. Какой здесь мощный лед. Ну, короче, сундук, скорее всего, там. Точно. 100%. Нужно 45 UK. 45 UK, это мне еще... Ого, сколько нужно-то? Ты посмотри, что творится-то, а? Вода, прям вот тут вот, на подступах. Как бы всю планету не затопило, вон там сундук есть, пойдем слетаем. Говорят, что надо бы мне переехать вообще по добру, по здорову, пока вода не добралась до меня, до песчаного водопада. Но я бы почему-то уверен, что вода туда не доберется. Но мы посмотрим. Мы посмотрим, кто прав, а кто нет. О, кстати, я тебе совсем еще забыл показать бур. Я сделал бур в другом месте, чтобы понять... Если бур будет находиться в другом биоме, он будет добывать что-то другое, какие-то другие ресурсы. И да, он здесь добывает серу, за которой я черти знает куда бежал. Нафига я бежал? Короче, в этом биоме добывается сера, поэтому тут все такое, знаешь, зеленое. Значит, залетаем в нашу лабораторию и делаем порошочек. Иридий, конечно же, нужно взять. А иридий я по пути выкинул, чтобы взять еще чертежей. Нашел еще парочку чертежей. Но хорошо, что у нас иридия тут в достатке. Порошочек, генерируйся. Порох, порох, порох. В наших пороховницах. Китики, пакетики. С ядерными взрывчаточками. Сера кончилась, все. Ну вот и все. Всю серу перемолотил в такое количество порошка. Теперь настало время все это барахло разобрать. Ну давай попробуем. Суперсплав, все, все, все. Ничего не упало, все у меня в кармашике. И теперь строим вот такой вот... На, бутылку воды надо. У меня здесь как раз холодильник с водорослями есть. Вот. Надо написать, что это холодос. Холодос. Для водорослей. Мы сейчас сходим вот сюда, возьмем побольше водицы. Вот еще две бутылочки. И Т-2 ядерный реактор у нас встанет. Да? Уранового стержня не хватает? Да вы что? Да как же так?
Я его здесь вот выкидывал на днях. Так, вот это вот сюда. А стержень у нас где-то здесь, вот. Теперь точно все. Урановый Т2. Он значительно мощнее и больше, в принципе. Рядом с домом поставил вот такую вот байду. Очень опасную ядерную. И дождь пошел. Дождь. Кстати, а сколько у нас по воде? Ну-ка, закончилась терраформация. 66%. 66% на планете воды. Значит, сколько у нас Т2 ядерный реактор делает электричество? 331... Это что, киловатт? Наверное, 331 киловатт в секунду? Наверное, так. А этот 85. Получается, что нужно вот это все разбирать. Вот это все. Сколько места есть? Есть. И строить вот такие вот штуки. Только нужно еще урана. Главное, суперсплав не профуфукать. Тихо, тихо. Не укатывайтесь. Я сейчас быстренько вот сюда впихиваем. Это забираем. Теперь берем весь уран. Надеюсь, мне его хватит. И идем делать стержень. Кстати, все говорят, ты же можешь суперсплав сделать сам, когда у тебя его не было. Но дело в том, что тут дофигища всяких ресурсов нужно. И это так лень все собирать. Не, ну в принципе можно все быстренько это найти здесь, поблизости. Но мне так лень этим бегать заниматься. Короче, это что, ткань? Ну давай заберем. Эти пускай тут стоят. Значит, у меня получается два стержня есть. Я сейчас вот этот разберу, у меня будет три стержня. И получается, что я могу поставить еще один. Да. И сколько у меня электричества теперь? У меня просто колоссальное количество энергии производится сейчас. Ну-ка. О, в два раза больше, чем потребляется. Ну все, ништяк. Теперь можно про электричество забыть, в принципе. А что у меня еще электричество вырабатывает? Солнечные панели, их можно разобрать, но не хочу. Не хочу. Значит, теперь нам нужно с тобой построить распылитель семян Т2. Хочу посмотреть, как он будет распылять. Нужны магний и удобрения. Вот. Давай вот это вот все заберу, тоже в сейф уберу. И на всякий пожарный проверю, может быть, уже мы обновились и можно что-то расшифровать? Нет, расшифровать по чертежам ничего не получится. Все открыто. Тогда их скидываем сюда. Бежим собирать магний. Вот здесь вот у нас что-то должно быть. Ну давай залетай, что ты? Магний. О, сколько у нас здесь магния. Ничего себе. Ну, наверное, весь-то я его не буду забирать, вот так вот возьмем. Идем делать с тобой удобрения. Единственное, я не помню, что там нужно для него. Сейчас выясним. Для удобрений нам нужны водоросли в большом количестве. И сера, да что ж такое-то, сера нужна. Ладно, не проблема. Берем, значит, вот так вот. Ой, слишком много, да? Давай мы, наверное, вот так вот выложим. Пойдем, сходим туда, возможно, сера уже добылась. Ну и что, есть здесь сера? Сера, чуть-чуть буквально надо. Вот одна сера, вы издеваетесь, что ли? Давай-ка железо все соберем. И здесь где-нибудь рядышком ящики просто построим. А они тут, кстати, построятся, нет? Нет, они тут не построятся. Нужен жилой модуль. Эх. Давай, а, титан еще нужен. Короче, вот у меня жилой модуль. Я здесь строил подземный бункер. Вон там вот, видишь, вон, снизу есть жилой отсек. Я хотел туда вниз спуститься, но вниз мы не можем построить. Потому что в игре не предусмотрено такое вот строительство вниз. Поэтому... А было бы прикольно, слушай, построить под землю бункер и сделать там окна. И смотреть все сквозь текстур. Ну, поэтому, наверное, нельзя строить, потому что ты будешь под текстурами и сможешь все это видеть. Так что разработчик это предусмотрел и не дает нам такую возможность. Ой, нет, нам нужен ящик. Вот, сюда я буду складывать, значит, железо и все другие ресурсы. Поскольку серу мы достали, мы сможем сделать одно удобрение. У меня даже два баклажана есть, офигеть. Удобрения есть. И мы сможем сейчас с тобой сделать Т2. Насколько он больше, кстати, по радиусу. Сейчас узнаем, насколько больше. О, так значительно, я тебе могу сказать. Сейчас, минутку. Ну давай мы его вот здесь вот поставим тогда. Пускай орошает и засаживает семена. Так, значит, теперь нам нужно с тобой построить биокупол Т2. Опять сера нужна. Да что такое? Образец бактерий нам нужен и удобрений целых два. То есть за серой все равно придется теперь чесать. Надо просто прошвырнуться вот здесь по этой территории. Вот этой токсичной. Тут есть, в принципе, сера. Можно не заморачиваться. В добыче ее. Хотя она тут добывается, вот написано. Сера добывается. Также нам нужны баклажаны для удобрения. Я здесь баклажанчики посадил. Да, есть баклажанчики. Да, можно, в принципе, все пособирать, чтобы все заново росло. Придется сходить за водорослями.
Поскольку у меня их маловато, чтобы сделать два удобрения. Одно удобрение готово, пойду за водорослями сбегаю. Интересно, вот эта пещера потаяла до конца? Она стала сквозной? Пойдем-ка сходим. Кстати, здесь тоже сера есть, в этой пещере. О, да, наконец-то она растаяла. Теперь мы можем быстро добираться до этого корабля. Ну и, естественно, до водорослей. Ого. Вот это тут, конечно, заполнено. И вон там, смотри, уже озерцо появляется небольшое. Да, потоп тут грандиозный просто. А вот это что за зелень? Что это такое? Вот тут что-то было? А, это небольшой кусочек земли выступает. Давай быстренько сейчас водоросли соберем. Сколько мы тут сможем. Я все собрал. Единственная сложность — это то, что у нас нету баклажанчиков. С баклажанами проблема. Придется посадить побольше баклажанов. Ну и, конечно же, нужно высадить золотое семя. Сейчас мы его здесь посадим. Пускай растет. Берем, короче, семена баклажанов. Сейчас построим еще пару грядочек, но уже вот здесь вот, на этой стороне. Грядки, грядки, грядки. Огромные грядочки. Вот так вот. Несколько штук их желательно мне тут поставить. И будут тут у меня баклажаны расти. Садим, значит, баклажан. Здесь тоже баклажан. Еще хватит у меня? Нет, все, алюминий кончился. Ну, а значит, две дополнительных грядки с баклажанами. Ну, конечно же, это будет маловато. Я нашел еще алюминия. Поэтому быстренько достраиваем еще две штучки. Должно хватить. Вот и все. И тоже здесь будут баклажаны. Как раз 4 семечка брал, так что огонь. Значит, для биокупола образцы бактерий. Ах, точно. Пройдемте, сударь, сделаем бактерии. Бактерии, бактерии, вот они. Вода, 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 водоросли, водоросли, водоросли. Ух. Ну, с водой, конечно, напряженочка небольшая есть. Да и с водорослями тоже. Ладно, ждем воды. Водоросли пока пускай здесь полежат. Может быть, еще одну чашу с водой поставить, а? Да, мы поставим еще одну чашу прямо вот здесь. А, у меня тут все стеклянное. Ну да пофиг. А, ну тут и не встанет, в принципе. Тогда поставим здесь рядышком. Вот тут на горе, нет, не на горе. Вот здесь вот. Вот здесь вот давай поставим. Вот так вот. Криво-косо. Хотелось бы поровнее. Ну да пофиг. Пускай вот так вот стоит. Крутится, вертится, добывает нам воды. Нам ее все равно теперь в большом количестве нужно будет. Мы же будем выращивать огромное количество растений. Сколько травы-то здесь, а? Травушка-муравушка. Поскольку у нас тут все ждется, ну, в ожидании, в смысле. Мы ждем, когда вырастут баклажаны. Ждем, пока накопится вода. Мы можем с тобой слетать и посмотреть, что же здесь у нас такое. Что же это за биомчик такой? Поглядеть, посмотрякать, порыться в сундуках. Вот, давай вот, вот здесь вот начнем. Что это за проходик? Куда он нас ведет? Куда мы выйдем с ним? Бежим, бежим, бежим. Какая-то пустыня, огромная пустыня. Я думал, тут что-то будет поинтереснее. Куда мы выходим? О, получен новый чертеж, генератор водорослей Т2. Обалдеть. Обалдеть. Здесь есть какие-то... О, спутник. Спутник. Можно поковыряться же в нем, да? Уху-ху, уран. Круто. Уран забираем. Семечки тоже заберем, чертеж тоже заберем. Да можно все, в принципе, забрать. Так вот. Спутник, это круто. А где мы вообще, в принципе, находимся? А, все, я понял. Вон тот корабль. Мы здесь были. Мы вон туда ходили, в горы. Все ясно. Вышли к кораблю. К первому кораблю, который я нашел. Вернулись, значит, назад. Как здесь хорошенечко задувает. Вся эта песчаная буря. Ну, естественно, там же песчаный водопад. А ему откуда-то нужно же браться. А он берется из вот этих вот надувных песков. Шо? Здесь что, ни одного сундука? Вон сундук. Вон сундук. Я больше чем уверен, что тут огромное количество сундуков валяется. Их здесь надуло. Что здесь у нас? Фигня. Вода. Воду возьмем, баклажаны, будем иметь в виду алюминий. Алюминий надо забрать. Я сейчас его израсходовал, огромное количество. Че, неужели сундуков тут больше нет? Я где-то же видел, когда мы поднимались с тобой, только сюда я видел здесь сундук. А, вот. Вот. Вот он, сундук. Кажется, это он. Нет, это не он. Это еще, это другой. Суперсплав, алюминий забираем. Где-то был еще один сундук. Мы вот так с тобой по краешку пробегали, А, ну да, вот он. Это тот самый сундук. Все понятно. Окей. Ладно, низкий уровень кислорода, да как же ж так? Как быстро ты кончаешься? Надо второй этот кислородный баллон себе забабахать. Быстрее спускайся с песчаных песков. А то мы сейчас задохнемся. У-у-у.
Вот так вот заходим сюда. Что у нас тут? Как растет все? Как дела? 45%. А это говорит о том, что вот здесь вот уже баклажанчики могли бы и созреть. Но это не точно. Сколько там? 63%. А что так долго? А здесь что? 63%. Ух, капец, как долго. Ладно, возвращаемся. Кислородика мы набрали. Слушай, а давай прежде чем пойти к кораблю, мы сходим еще в эту пещеру, поскольку там было несколько ответвлений. Одно ответвление выходит на песчаное озеро, а другое ответвление, я фиг знает, куда оно идет. Мы вот сейчас и узнаем. А пойдем к кораблю. Вот, вот какое-то ответвление. Ответвление, сундук, я, по-моему, этот смотрел, да? Возможно, смотрел. И мы потом пошли сюда наверх. На озеро. А здесь есть еще вот куда-то вниз. Еще глубже. Ты представляешь, еще глубже можно спуститься. И что у нас там? Я вижу лед. Низкий уровень гидратации. Здесь лед. Блин. И сколько нужно? UPI-ев, чтобы растопить эти льды. Сколько? 50? А, нет, 5 UPI, UPK. 5 UPI, короче, нужно. Здесь вот еще есть. О, вода, отлично. И уран. Обалдеть. Забираем все. Воду сейчас попьем. Выпить. Понятно, короче, здесь у нас льды. 5 UPK, когда у нас будет, мы сюда придем и посмотрим, куда это... Там куда-то еще глубже можно спуститься. Так, вот этот сундук мы смотрели. Вот здесь куда-то можно пройти, смотри. Куда это мы идем с тобой? Еще одна пещера, что ли? Ха, прикинь. Еще пещера. Ну, допустим, вот мы зашли, здесь серы много. Здесь опять пещеры двоятся. Ха-ха-ха. О, смотри, я могу просматривать там. Ву, какая она глубокая-то, нифига. А здесь что у нас? 45 UPK, чтобы растопить этот лед. Уран заберем. Иридий, иридий. Это не надо. Ну, допустим, есть еще другая сторона. Куда она приведет? Здесь тупик. Здесь тупик. По-моему, куда-то еще можно было здесь свернуть, нет? Ну все, значит. Получается, три пещеры с льдами. Все, никак до корабля не могу дойти, потому что кончается кислород. Ну все, надеюсь, что с третьей-то попыточки мы дойдем вон до той рухляди. Если, конечно, я сейчас не встречу какой-нибудь сундук, набитый всякой полезной всячиностью. Нет, кажется, мы дошли. И здесь все, тут как бы больше ничего и нету. Тупик. Я бы не сказал, что это корабль. Такое ощущение, что это отсек от корабля отвалился. Вот, суперсплав, это хорошо. Семена нам пока не интересны. А это что такое? Просто камень. Обратил внимание на простой камень. Он, наверное, счастлив. Ура, меня заметили. Значит, больше здесь сундуков вроде бы я не вижу. Вроде бы... Вон там он спрятался. Негодяй какой, а? Спрятался он. Так, уран и алюминий. Иридий фиг с ним. Тут-то... А, нет, можно протиснуться. Я думал, я сюда не зайду. Какой интересный... Это можно разбирать? Нет. Какой интересный... отсек. А, так это грузовой отсек. Слушай. Куча пушек. А что это за пушки-то такие? Мощные. Что у нас здесь? О, удобрение. Круто. Круто. Вот за удобрение респект. Оно мне как раз нужно было. Короче, мы тут шаримся с тобой. Значит, по контейнеру. Тут тоже куча всего. Блин. Ну, в смысле, что тут у нас солнечные панели лежат. Может, еще какое-нибудь оборудование найдем? Спутники? А в них можно поковыряться? Разобрать? Нет. Блин, нифига себе, их тут огромное количество. Спутников. Мне главное тут бы не задохнуться. Наверное, теперь мне наверх надо. Вот здесь вот проход есть. Проход есть. Опа. Опачки. Вот это точно разобрать можно, да. Нагреватель Т3. Можно разобрать. Вот пушки жалко, вот их нельзя разбирать. Тут вот наверху что-то есть, сундучок. Я сейчас нафиг задохнусь. И иридиевый стержень, уран, вода. Вроде бы как здесь... Вот тут где пушки, ничего. Вроде бы как все получается. Надо отсюда быстренько-быстренько выбираться.
Да, получается, здесь все обыскал. Больше здесь ничего нету. Но сюда стоит вернуться за материалами. Ох ты, нифига себе, ты посмотри. Какие огромные кусты. Это издалека. Мы поближе-то сейчас подлетим. Они становятся поменьше, конечно. Но я офигел, когда увидел это. Ну ничего себе, какие кусты. Так, короче. Что у нас по баклажанам? Готов? Баклажан. 92%. Еще долго, блин. А что у нас по UPI? По UPI тепло, тепло, тепло. У нас, смотри, UK. То есть, чтобы было UPI, нам нужно, чтобы это значение поднялось больше 100. Вроде бы как. А лучше, чтобы было 1000. И тогда будет UPI. Так, но это все не важно, поскольку. Поскольку у нас есть два удобрения. Мы же подобрали два. Да, у нас два удобрения. И нам нужно построить биокупол. А для этого нужны образцы бактерий. Погнали. Погнали. Бакланы погнали ботаничить. Вот что я хотел сказать. Значит, водоросли мы забираем. Сейчас будем делать вот такую вот штуку. Опа. Есть. И еще одну воду набрать надо. Здесь же уже наверняка накопилось. О, да. Вот. Все, второй биокупол. Обалдеть. Мы делаем. И получается, у нас все имеется. Да, сера же есть. Сера у нас и есть. Есть сера. Че вы мне... Но сера где-то была. Где-то валялась. Минуточку. Вот она, сера. Берем ее. Так, теперь нужно понять, куда мы будем ставить биокупол 2. О, можно, в принципе, и сверху бомбануть. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Почему бы и не да? Будет прикольно, кстати. Давай-ка я его сверху и бомбану. Опа-на. Теперь нам нужно лесенку туда построить. И дверку. А можно сделать через низ вообще проход? Пойдем-ка. Сейчас. Сейчас. Сейчас все будет. Через низ будем в биокупол заходить. Лесенки. Какой он там роскошный биокупол. А тут что снизу? А все, тут все и перекрыл. Ну, допустим. Где-нибудь лесенку вот тут поставить. Вот тут. Вот так вот. И мы будем в биокупол же попадать, правильно? Я правильно понимаю? Ну-ка. Эй, ты что натворил, дурачело? Поставь обратно. Я буду сидеть за столом и смотреть вот на эту лесенку. Гениально. О, как тут прикольно. Как я удачно вообще лестницу тут поставил. Офигеть. Да. Хочу вот таких вот деревьев. Хочу. Смотри-ка. Я что, реально деревья могу выращивать? О, контейнер с деревьями. А, он тут будет производиться вот сюда. И потом я эти контейнеры смогу где-то садить. Наверное. Ну, где-то смогу садить. То есть контейнеры с деревьями будут. Кора дерева. Прикол. Вот это прикол. Попить надо. Давай попьем. Короче, у меня есть догадки, для чего нужна кора деревьев. Она нужна, чтобы сделать вот такую вот фигню, разбрасыватель семян деревьев. Возможно, но это не точно. Также мы научимся делать стержни и суперсплавы, но для этого нужно еще сколько времени нам. Ну и короче, суперстержни у нас появятся, и мы сможем активировать те самые ядерные синтезаторы. Вот. Ну а на сегодня, пожалуй, это все. Пора бы закругляться. Уже много всего переделали. Уже каша в башке. Нужно отдохнуть. Если понравилось, то не забывай ставить лайки под видео, переходить в Яндекс.Дзен и подписываться там, потому что все ролики дублируются и туда, на всякий пожарный. Ну а мы с тобой увидимся в следующем ролике. Так что до встречи.